Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и вы очень давно ждете на нашем канале видео о пустых баночках. В этот раз я собирала пустые баночки 4 месяца. Смотрите, сколько у меня получилось. Вот такой мешок. И про все это, чем пользовалась я и моя семья 4 месяца, я буду рассказывать в этом видео. Сейчас расставлю все на столе и к вам вернусь. Поехали! Сейчас, когда я разложила вот этот мешок с пустыми баночками, я поняла, что даже не представляла себе масштаб количества продукции, сколько моя семья израсходовала за 4 месяца. Сразу подчеркну, что в моей семье 4 взрослых человека, которые умываются утром и вечером, чистят зубы утром и вечером, моют голову, пьют продукты Wellness, чтобы вас не шокировало количество, потому что пустых баночек в этом ролике будет приблизительно 170-180. И, конечно же, я поделюсь с вами всеми впечатлениями своими о продукции, которую мы использовали. И огромная к вам просьба, если вам нравится формат пустых баночек, обязательно поставьте лайк под этим видео и прокомментируйте, что вам нравится в этом формате, потому что, честно, это мой самый нелюбимый формат, и я каждый раз, когда вот заканчиваю съемку вот очередного такого пакета или коробки, думаю, все больше я не буду снимать, и только ваши комментарии вдохновляют меня снова собирать, как вот мне в Инстаграм пишут, вот этот хлам, да, но действительно это уже израсход упаковки, которые уже не несут никакой пользы. И не пишите мне, очень много вы пишете, как здорово было бы, чтобы Oriflame собирал баночки, там еще что-то. Если вы хотите, чтобы что-то делал Oriflame, то пишите это напрямую в Oriflame, потому что у меня нету прямого диалога с компанией, я такой же покупатель, как и вы. А пластик из вот этого мешка я весь собираю отдельно, весь пластик мы в нашей семье уже несколько лет сдаем на переработку отдельно, поэтому я пользователь продукции, пользователь вот этих пластиковых упаковок, добросовестный, я всегда пластик собираю и сдаю на переработку, поэтому не волнуйтесь за то, что вот такое количество как бы мусора, я очень стараюсь, чтобы этот мусор переработался, утилизировался правильно. А вот как будет поступать Oriflame, да, было бы здорово, если бы мы могли приносить пункты выдачи пустые баночки и сдавать там эти пустые баночки, то Oriflame бы принимал и сам перерабатывал. Ну, надеюсь, что до компании когда-нибудь тоже эта мысль дойдет. И Oriflame очень сильно социализирован именно в плане окружающей среды, заботится, изготавливает продукцию из переработанных материалов. Я думаю, что в каком-то будущем тоже нас ожидает вот такая переработка пустых упаковок. Вот такое было, наверное, длинное вступление, чтобы потом на это не отвлекаться. Давайте теперь говорить только о продукции Oriflame. Давайте я сразу начну с категории Wellness, потому что она очень объемная, занимает много места у меня на столе. Пустые баночки у меня здесь за 4 месяца, и я могу отчитаться вам, что за 4 месяца у меня падает женские Wellness пэки. Смотрите, 1, 2, 3, 4 и еще 3. То есть мы с девочками, у меня взрослые дочки, которые уже пьют взрослый Wellness Pack, израсходовали за 4 месяца 7 Wellness Pack'ов. Да, наверное, мы пьем его нерегулярно, но вы видите, что мы его пьем, потому что... Ой, упала. Потому что Wellness Pack помогает нам поддерживать иммунитет, ощущать какую-то определенную бодрость, быть в ресурсном состоянии. Потому что в каждом пакетике Wellness Pack есть 4 капсулы. И вот эти 4 капсулы дают отличный результат. На день мы потребляем мультивитамины, минералы, 2 капсулы омега-3 рыбий жир и 1 капсулу астаксантина для красоты, для иммунитета. И в каждом Wellness Pack 21 пакетик. Вот таким образом такое количество Wellness Pack'ов у нас израсходовано. Дальше это муж. Он израсходовал за 4 месяца 2 упаковки, но у Oriflame были перебои с мужским Wellness Pack'ом. И сейчас, кстати, тоже наблюдаются. И у мужа моего либо не осталось совсем, либо осталась 1 упаковка в запасе, и у меня в резерве стоят 3 упаковки мужского Wellness Pack'а. Я очень надеюсь, что в ближайшее время
пополнятся склады, и мы снова будем покупать мужской wellness pack. Но в нашем бизнес-чате Юра, партнер сообщества «Взлет», и наш монтажер роликов на канале, он делился тем, что он, например, даже и женский пэк иногда принимает вместо мужского. Кто интересный из моих подписчиков, тоже так делает. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, кто тоже таким образом находит выход. Но лучше бы, конечно, чтобы мужской пэк был на складе. Дальше у меня один коктейль Natural Balance. Наверное, это связано с тем, что... Почему так мало, да, казалось бы, коктейлей? Потому что мы в целом в нашей семье сейчас перешли на здоровую пищу. И вот этот коктейль, мы его используем иногда как перекус. У нас хорошее белковое питание. Мы вот прям нормализовали. У меня муж очень сильно сбросил вес. У меня девочки старшие тоже прошли вот этот подростковый период, когда хочется много есть. А они именно в таком сейчас в осознанном состоянии, когда они едят выборочно. И вот в целом наше меню стало гораздо более здоровым. Поэтому вот коктейли и супов. Суп у меня тоже закончился, зеленый, спаржевый. Ну, там на дне остался, поэтому я его сейчас сюда не включаю. Но тоже вот у меня суп и коктейль. Это вот два белковых продукта из категории wellness, которые за 4 месяца у нас израсходованы. Кстати, еще один коктейль wellness, да, точно, это вот пустая упаковка, а еще один тоже подходит к концу. Так что можно считать, что две упаковки коктейля wellness и упаковка супа вот на нашу часть взрослой семьи белкового питания у нас израсходовано. А дальше я добила пребиотик. Я его заказала давно, несколько раз использовала. Ну, как-то, может быть, праздники были, Новый год, я его, не знаю, использовала мало почему-то. А вот недавно я занялась снова прям очень так осознанно своим питанием. Начала питаться с весами, низкокалорийно, очень серьезно подошла опять к этому вопросу, и тут достала пребиотик и закончила баночку, потому что пребиотик наполняет наш кишечник полезными ингредиентами и помогает ему лучше работать. И не могу сказать, что я прям какой-то вау-эффект почувствовала, но я выпила всего, наверное, 3 или 4 раза его, и сейчас идет в этом каталоге пребиотик со скидкой, и я себе заказала новую баночку. И также в этом каталоге я заказала по промокоду себе напиток Aqua Glow. Вот этот напиток у меня закончился. Вот он здесь, все пустые пакетики лежат у меня. А сейчас мне придет еще один, и я прямо буду каждый день пить пробиотик и пить Aqua Glow, потому что Aqua Glow — это увлажнение кожи изнутри. Немножко моей истории про Aqua Glow. Когда я только заказала вот себе одну упаковочку, я попробовала, но честно, я выпила несколько пакетиков, я особо не почувствовала какого-то эффекта, и я отложила эту упаковку. Да, вкусненький, очень приятный. Я бы пила с утра до вечера. Вот настолько это приятный напиток. Но когда недавно я почувствовала прям такую сильную сухость кожи от батареи, от отопления, я снова достала Aqua Glow, и вот тут вот я ощутила эффект. Я пропила из этой упаковки также несколько пакетиков, но здесь я почувствовала, как моя кожа, ну, это какие-то банальные слова, да, наполнилась сиянием. Но моя кожа, она реально как будто разгладилась. Я заказывала на другом сайте гиалуроновую кислоту. Я вам расскажу потом очень подробно видео о пустых баночках и не о Oriflame. Тоже планирую сейчас его снять. Там я поделюсь своими впечатлениями. И я заказала маленькую баночку как пробник. Просто что это такое — пить гиалуроновую кислоту внутрь. И я поняла, что такое увлажненная кожа изнутри, когда пропила эту баночку. Поэтому, когда я взяла вот напиток Aqua Glow, ну, это все где-то с промежутком несколько месяцев происходило, я взяла снова напиток Aqua Glow, я уже примерно себе представляла, как кожа разглаживается, как она, как будто она становится более плотной, более упругой, она как будто в тонус приходит. То есть, вот это вот увлажнение, это такое абстрактное понятие, да, мы его не можем как-то ощутить, ну, не мокрая же у нас кожа. А вот кожа, она именно становится более
молодой. Наверное, это вот самое точное понятие. Поэтому, если вы хотите свою кожу укрепить, то вот сейчас я очень рекомендую Aquaglow, и мне вот такая коробочка уже идет. Потом покажу вам в сторис. Это дозаказ к моему основному заказу. Мой основной заказ, надеюсь, вы видели, недавно вышел на нашем канале. И еще из продукции Wellness у меня есть морской кальций. Я его пропивала еще дополнительно после того, как потеряла ноготь. У меня с нашим кальцием, с нашими пэками очень быстро отрос ноготь. Прям вот в мае я его потеряла в том году, и за лето он у меня вырос. А кальций вот этот еще дополнительно для укрепления я пропивала, потому что, ну, я увидела эффект. Я увидела, что ногти белые, здоровые, быстро вырос у меня ноготь. И поэтому я решила, он был по какой-то скидке, по какой-то акции, я себе заказала. И, конечно, у нас еще не только четверо взрослых, у нас еще есть малышка, которой 6,5 годиков, и это вот ее. Она очень любит витаминки, она спокойно, прекрасно пьет омегу, потому что омегу я ей давала. Боюсь сейчас ошибиться, уже как-то сильно не помню, либо с 10 месяцев, либо с года, учитывая, что прикорм я начала с 6 месяцев. Марта была первые полгода исключительно на грудном вскармливании. Я даже водой не поила, ничем не кормила. С 6 месяцев мы начали прикорм плановый, и уже в 10 месяцев я ей дала капельку омеги, потом еще чуть побольше, и уже к 1,5 года Марта у меня пила омегу, ну, не скажу, что прям целую ложку, ну, наверное, ну, почти целую ложку. У нас еще есть такая ложечка от омеги, по-моему, сейчас она не продается. И вот сейчас она спокойно подходит, мы ей прям раз ложку, иногда даже две. Я считаю, что витамины укрепляют хорошо иммунитет ребенка маленького, а омега очень способствует развитию. Когда мы забываем, мы видим, как ей тяжело, она утомляется, устает. Когда мы какое-то время не даем омегу, забываем, потом мы такие: о, у нас же есть омега, так, открываем холодильник, она у нас стоит в холодильнике, и прям каждый день начинаем давать, и мы смотрим, все, она прям и читает с удовольствием, уроки делает с удовольствием, она более бодрая, более активная. Я вижу, что вот омега, она, ну, конечно, не как энергетик действует, но она просто помогает ребенку ну, быстрее и лучше развиваться. Поэтому, мамочки, если у вас маленькие дети, обязательно изучите информацию по Wellness Kids. Остальное wellness вы взрослые, это ваша личная ответственность, это по вашему желанию, а вот ваша ответственность за детей обязательно посмотрите. У нас действительно отличные wellness продукты в Oriflame. Переходим к следующей категории, это давайте зубные пасты. Сейчас я вам покажу, сколько зубных паст израсходовано в нашей семье за 4 месяца. Давайте посчитаем. У меня здесь пасты самые разные. Самая любимая у нас, вы видите, вот такая вот синенькая гелевая зубная паста, но в принципе и травяную мы ставим, отбеливающей мы пользуемся реже, потому что чтобы не стирать эмаль зубов. Наша паста щадящая Oriflame, но в принципе отбеливающей пастой рекомендуется пользоваться время от времени. Так, взрослые я все собрала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зубных паст. Я провела некоторые подсчеты. 8 зубных паст по 100 мл это 800 мл. На 4 месяца, у меня тут на листочке все записано, на 4 месяца на нашу семью, на 4 взрослых человек, это получается 1,7 грамма в день. То есть кажется, что это много. На самом деле это всего 1,7 грамма в день, то есть это где-то 0,8 грамма утром и вечером. То есть это небольшая горошина. Когда мы говорим об экономии 20% на продукции Oriflame, кажется, ну что там такого? Вы заходите, смотрите там у себя, ну у меня там шампунь, ну помада, да, ну гель для душа, ну зубная паста. Но если у вас особенно несколько взрослых, как у меня, поверьте мне, вы выбрасываете вот эти вот пустые упаковки, мусорное ведро, вы же не блогер, вы же их не собираете, чтобы потом видео рассказывать, и вы не замечаете. Вот представьте, 20% за каждую зубную пасту, это
это уже хорошая экономия. За каждый шампунь, за каждую вот эту баночку, да, которую я вам сегодня показываю, это очень крутая экономия. Если вы еще покупаете в супермаркетах, каких-то в магазинах, либо где-то еще вы покупаете без скидки, зачем? Оформляйте скидку 20%. Это сделать очень просто. Заполняете анкету вверху над этим видео, либо вот на этот код наводите свой смартфон, вы попадаете в анкету. Заполняете анкету, и я вам присылаю пароль и доступ для входа на сайт Oriflame. После этого вы на сайте в свободное время листаете каталог, вы выбираете со скидками и еще с дополнительной 20% скидкой, то есть скидки каталога вы будете всегда знать, еще плюс 20%. Вы выбираете то, что вам надо для вашей семьи, когда вам надо, и заказ приходит вам в удобное место. Поэтому вот здесь всего 0,7-0,8 грамма на человека утром и вечером. А на самом деле за 4 месяца это получается очень-очень много. И Марта еще. Марта, раз, два, три. И 3 зубных пасты у Марты. Марта у нас тоже чистит зубы, младшая дочка. И еще вот новую зубную пасту я недавно поставила. И зубная щетка. Это Мартина старая, наша, не знаю где, наверное, выбросили. Мы с мужем перешли на электрические зубные щетки, а девочки, наверное, мимо моего мешка пронесли зубные щетки и выбросили щетки, насадки. Мы также меняем раз в 3-4 месяца. Переходим к категории уход за телом. Я часто рассказываю вам в видео, листаем каталог и видео моих заказов, что моя семья очень любит пену для ванн, и у нас закончилось вот такие две пены с персиком. Мне очень нравится эта пена, этот аромат. Мне нравится, что она дает действительно пышную пену. Кстати, для сравнения, вот такую пену я взяла, сейчас я ее вот ей пользуюсь. Вот это у меня старая, очень давно ее когда-то покупала, и я в нее долго переливала вот эту пену с персиком. Я не люблю большие банки вот в ванной комнате на виду, поэтому вот такую вот банку я никогда не поставлю. Я перелью в маленькую и буду наливать из маленькой. И сейчас вот эту баночку я утилизирую, а поставила вот точно такую же новую. И для меня, честно говоря, большая разница. Вот пена, я не помню точно, как она называется, вот здесь вам оставлю эту баночку, она меньше пенится. Вот в больших бутылках пена более пышная, она более какая-то упругая, ее получается много, хотя наливаю я одинаково, наливаю я на глазок, но я уже знаю, сколько лью, я много лет это делаю, наливаю я одинаково, но вот от этой пены, пены очень мало, а вот от вот этой прямо пышная пена, поэтому когда она еще будет в каталоге, я буду ее заказывать. И также я сейчас хочу попробовать, когда у меня вот это вот закончится, у меня стоит отдельно отложено с цветками вишни, недавно вышла новиночка, и я хочу вот тоже ее сравнить вот с этой пеной с персиком. Но вот это пока рулит, она вот прямо фаворит. Также у нас закончились гели для душа Камчатка. Многие из вас знают, что это любимые гели для душа всей моей семьи. Аромат, честно говоря, уже поднадоел. Гель для душа — это такая субстанция, хочется здесь какого-то разнообразия и какой-то новизны, и я думаю, что в ближайшее время у нас появится какой-то новый любимый гель для душа, но мы реально им пользуемся вот только практически одной Камчаткой уже довольно долго. Вы от меня же постоянно слышите, что Камчатка, Камчатка. Но она у нас не одна, у меня еще есть несколько тюбиков в запасе, 2 или 3, я думаю, когда мы их израсходуем, уже вот этот свежий, горный, чистый аромат водный, наверное, уже надоест нам окончательно, хотя кто знает, может, это просто сейчас такое состояние у меня, и мы перейдем уже на что-то другое. Но кроме Камчатки, у меня в ванне всегда стоит крем для душа, тоже часто в распродажах выходит, но вот нет у меня сейчас пустой упаковки, это с миндалем, желтенький такой, и всегда стоит вот такой вот от шелушивающий гель для душа. Он чуть подороже стоит в Oriflame Love Nature. Тоже я стараюсь заказывать в больших упаковках, переливать маленькую. Я даже сама часто люблю, когда вот утро, когда мне хочется бодрости, настроения, заряда, я люблю искупаться именно вот с шелушивающим гелем для душа. Он по аромату прям варенье-варенье. Очень вкусно. Слушайте, аромат вот прямо какое-то земляничное, малиновое здесь варенье. Ну,
не знаю, насколько малиновая. Ну да, наверное, все-таки вот малина именно в сахаре. Такая прям сладкая-сладкая малина. Вот представьте, что вы купаете гелем для душа с ароматом малинового варенья. Это, конечно, удовольствие. И вся моя семья тоже очень любит вот этот гель. И кроме этого, как-то вот у нас попал, наверное, по какой-то акции кокосовая вода и дыня. Тоже свежий, сочный аромат. Для меня вот этот гель для душа, я очень тоскую сейчас по путешествиям. Мне очень хочется куда-то на берег моря, но у меня дети старшеклассники, и мы прям плотно сидим при школе, сейчас никуда не двигаемся. Надеюсь, что случится отпуск все-таки в этом году. И вот этот гель для душа я часто сравниваю, и сейчас вот опять понюхала, это палатка с фруктами на берегу моря. Вот это вот такая смесь, и для меня это, конечно, вот прямо ностальгия. А вот такое вот количество гелей для душа. Кроме этого, вот еще один нашла, это вот отшелушивающий, видимо, он тоже сейчас идет в утиль, потому что немножечко старенькая стала упаковка, я поставила новый такой же маленький, он служил именно на ванне у нас этот гель, а из того я переливала. И еще, вот, закончили за 4 месяца 3 геля для душа VitaCare, это в качестве жидкости мыла для рук. Мы их используем. Я постоянно про это рассказываю, даже видео о моем заказе. Густые, ароматные, с витаминами, хорошо промывают руки. Вообще прям идеальное жидкое мыло. Я знаю, что многие девочки перешли. Кстати, кто стал наливать гель для душа в жидкое мыло по моей рекомендации, поделитесь обязательно в комментариях. Также по уходу за телом у меня лежит вот такой пакетик Ice Pops. Это с арбузом Body Scrub. Но тоже подчеркну, что я пользуюсь крайне редко скрабом для тела, потому что самый крутой скраб для тела — это массажная мочалка-варежка вместе с отшелушивающим мылом спа. Это вот прямо идеальная комбинация, поэтому вот до этого скраба, до любого другого скраба у меня руки практически не доходят. У меня есть две уже практически пустые баночки. Одну моему ребенку дарили на какой-то праздник, скраб тоже достаточно ароматный, другая скраб спа, еще желтый с имбирем, и еще никак они не закончатся, потому что вот я пользуюсь именно мылом спа, и дети тоже мои в качестве скраба для тела. Вот этот товарищ, крем для рук с кокосом, затесался в мои пустые баночки. Вот прямо он отвоевал место в этом формате, потому что это первый крем для рук, который вот просто настолько меня вдохновил, что я стала им пользоваться. Я редко пользуюсь кремами для рук, ну прям редко, правда, ну генетически, наверное, вот у меня кожа на руках, она выглядит нормально, у мамы моей тоже хорошо выглядит кожа на руках, хотя, ну, она гораздо уже старше меня, но вот этот крем для рук, я когда его нанесла, он меня прям покорил. А, кстати, почему я еще не пользуюсь, не то, что там вот такая у меня прям шикарная кожа и прекрасная, я часто пользуюсь кокосовым маслом для тела, для рук, даже для волос, рассказывала в Инстаграм, у меня есть прям отдельно сохраненный эфир «Уход за волосами». И когда я вот этот крем нанесла, вот он для меня по ощущениям, этот крем для рук, вот оказался прямо как кокосовое масло, несмотря, ну все, он пустой, здесь уже ничего нет, несмотря на то, что у него кремовая текстура, но она такая текучая, она такая маслянистая, при этом он очень быстро впитывается, и я его прямо вот сказала себе после тестирования новинок, и когда мне хочется смягчить кожу рук, вот это прямо удовольствие. Сейчас я еще поставила еще один себе алоэ, когда у меня вот этот закончился, я думаю, ну надо попробовать всю линейку. И я поставила алоэ. Честно говоря, от крема алоэ, вот здесь вот вам его помещаю, он кремовый слишком оказался. От него я ожидала какую-то более жидкую, более гелеобразную текстуру, более с каким-то более зеленым ароматом. А он прям такой крем для рук, прям вот настоящий кремовый крем. Поэтому вот кокос в этом плане больше похож для меня лично на кокосовое масло. Какие вам нравятся крем для рук, поделитесь, пожалуйста, в комментариях от Oriflame, потому что эта тема для меня совершенно неизведанная, и я с удовольствием почитаю ваши отзывы.
следующее, что у меня тут лежит в уходе за телом, это бритвенные станки. Как-то мало мы ими пользовались, наверное, не сезон, наверное, не летний, не весенний. Но вот за 4 месяца только 2 станка израсходованы. А может быть, какие-то выбросили тоже мусор, девчонки мои, мимо меня, мимо этого мешочка. Хотя я всем говорю, пожалуйста, складывайте мне вот в эту коробку. Потом, когда уже коробки переросли, я поняла, что мы не умещаем, складывайте в этот мешочек. Вот они мне все приносят и складывают. Еще также тальк для ног. Я постоянно тоже о нем рассказываю. Насыпать в ботинки. Если есть аромат, насыпать в ботинки. У мужа, если пахнет от ног, насыпайте ему в ботинки на ночь. Он с утра будет обуваться, уходить на работу. Даже не поймет, что у него там насыпано. А ноги не будут пахнуть. Когда он поймет, что день, два, три у него ноги не пахнут, вы ему раскроете секрет, покажете тальк в коридоре вашем рядом с его ботинками, и он уже, уходя на работу, будет насыпать сам. Либо подростки у вас, сын, например, подросток, да, делайте ту же самую манипуляцию. Вот, если натирают обувь, сейчас мы все будем покупать весеннюю обувь, и, возможно, кому-то она будет натирать, можно тоже насыпать тальк. Именно ножной тальк, вот прямо крутецкий. У меня всегда он есть в запасе. Также муж мне вот подсунул сюда свою пену для бритья, которая у него закончилась, но по его отзыву он всегда говорит, что пена для бритья Oriflame, она самая крутая, круче всех раскрученных брендов, потому что она густая и она мега просто экономичная. Ее хватает вот ему очень надолго, хотя он, ну, такой же мужчина, он также бреется, как и все остальные, я вижу, там каждый день практически он бреется, и вот эта пена вот за 4 месяца получается одна у него закончилась, поэтому очень экономичный продукт. Лежит у меня вот здесь упаковка от мыла, и я точно помню, да, вот она упаковка от мыла спа у меня лежит, это вот то самое мыло, которое вместо скраба у меня, которое я использую, просто суперская. Почему лежит упаковка, вот я вам показываю, пустая, видите, пустая, потому что специально я выкладываю мыло, а упаковку кладу в коробку с пустыми баночками, чтобы показать вам, не забыть рассказать вам, что я пользуюсь этим продуктом и свои впечатления. В принципе, впечатления про это мыло я вам уже рассказала. Это мыло лежит у нас как твердое мыло для мытья рук, уже практически закончилось. Жалко, сняли его с продаж, потому что все-таки кусок мыла 120 грамм, это достаточно удобно, и мыло, оно, на мой взгляд, немного, ну знаете, такое мягкое, оно как будто кремовое, и рукам комфортно после того, как помоешь этим мылом руки. Хотя все-таки больше всего мы моем руки в нашей семье жидким мылом, ну привыкли уже все. Здесь у меня еще две баночки, они тоже вот пустые. Это я купила недавно, совсем в видео в моем заказе показывала масло для тела, и балдею сейчас и пользуюсь им с удовольствием. Если интересно мои впечатления, посмотрите видео о моем заказе. А вот этот продукт я не до конца поняла, это масло для тела. Я по-честному думаю, я же люблю гидрофильное масло чаще для лица. Вот сейчас буду пользоваться и прямо вот супер балдеть. Пока не поняла. Наверное, мое тело, кожа именно тело, достаточно увлажненная, достаточно, ну, не сохнет. И у меня нету такой потребности именно в купании, в душе перейти с пеномоющих средств. Вот у меня с лицом была такая потребность, у меня были шелушения, краснота, и я перешла. Сейчас расскажу еще раз, в очередной раз про умывалки. А именно с телом, ну, я поставила это масло, но я не понимаю, как купаться маслом, честно. Если вы вот этим средством пользуетесь, вот здесь вот вам оставляю, как оно выглядит в реальности, эта баночка. Вот здесь баночка у меня пустая, а масло стоит практически только начатое. Вот как-то вот стоит, и я им не купаюсь, и в нашей семье тоже никто им не купается. Давайте перейдем к уходу за лицом. Уход за лицом в пустые баночки я разделила условно на 3 категории. Это очищение, демакияж, маски и основной уход. Давайте начнем с очищения. Показываю вам, сколько очищения. Вот такой у меня веер. Здесь 12 штук. Это очищающее средство с питательным комплексом. Всю зиму мы пользовались практически этим одним очищающим средством. Также уже началась весна и захотелось вкусненьких ароматов. И захотелось вот этой ароматерапии очищающего средства с папайей. Это еще 3, 15. И
И еще лежит у меня здесь несколько продуктов. Давайте я вот это уберу и все их вам покажу. Вот те, которые я вам показала, очищающие средства, в них было по 75 мл. На мой взгляд, вот это средство Essentials, его сняли уже, к сожалению, с продаж, 3 в одном. Оно самое экономичное. Вот в нем 150 мл. Оно экономичное по цене, и оно более густое и дольше расходовалось. Вот у меня всего 2, по-моему, больше у меня уже не осталось. Если где-то в распродаже появится, я обязательно куплю, но больше нет. Я вот это средство заменила на очищающее средство алоэ и кокосовая вода. Вот те, которые я вам первые показала, это с авокадо, с питательным комплексом, и с папайи, его уже сняли с продаж. Я только ловлю по распродажам, потому что мне нравится мягкая текстура, мне нравится аромат, мне нравится напитанная кожа смягченная, но во все остальное время и всегда я покупаю вот такое средство Love Nature. Вот оно, по сути, у нас в семье сейчас основное. Вот те уже практически все закончились, и в распродажах их почти нет. Вот оно сейчас у нас стало основным средством для умывания. И вот из всех умывалок, которые я вам сейчас показываю, я рекомендую больше всего именно его. У него хороший объем. Здесь, по-моему, у нас 125 мл. Да, 125 мл. И самое главное, кожа после этого средства очень мягкая. Не буду в 100-тысячный раз вам рассказывать, как умываться правильно, для чего это нужно. Посмотрите видео про очищение, даже посмотрите видео последнее о моем заказе, которое я снимала недавно. Я вот каждый раз об этом долблю и говорю, что правильное очищение молочком, оно сохраняет вот этот кожный липидный барьер, и не нарушается он, как он нарушается с помощью пенящихся средств. Я на пробу в этот раз заказала вот такое вот одно средство, оно у меня сломалось, крышечка, сразу я перелила его в баночку с дозатором, чтобы было удобнее пользоваться. Вот мягкое-примягкое, и позиционируется хорошо, и тоже вроде у нас Essentials линейка, но пенится, и кожа сухая после вот этого средства. 2 дня я попользовалась этим средством, и уже начала появляться краснота. Может, у меня такая суперчувствительная кожа, но у меня вообще-то жирный тип кожи, но в состоянии чувствительности пенящиеся умывалки вводят его просто вот моментально, 2-3 дня, и уже снова появляется состояние чувствительности, поэтому заказывать больше не буду. Хотя приятная, очень приятная текстура, очень хорошо, да, умывает, хорошо все снимает, смывает, конечно, не отнять пенящиеся средства, они прям вот смывают идеально, но если вы сделали правильно демакияж, то потом смыть остатки вот после демакияжа, что осталось немножко на лице, очищающих средств, вот этим средством умыться, с утра встать умыться, просто великолепно. Я нашла для себя этот способ очищения, чему я вот очень сильно рада. И еще у нас вот такая вот баночка тоже затерялась давно, она стояла, видно, где-то в запасах, и муж у меня в большей степени умывается вот такой умывалкой. Это алоэ, она тоже очень мягенькая, но она пенящаяся, и тоже она достаточно, ну, для меня агрессивно воздействует на кожу. Кожа сразу становится просто супер чувствительной. И добил я еще умывалку Королевский бархат. Она антивозрастная, но, если честно, вот именно в очищении лица я не вижу большой разницы умываться вот такими антивозрастными средствами, либо умываться вот таким средством алоэ. Разница в цене большая, а именно вот, что мое лицо становится каким-то более подтянутым или более, я не знаю, даже ухоженным. Я считаю, что здесь вот большую роль играет основной уход. Но я знаю, что не у всех такое мнение. Если вы вот предпочитаете именно в очищении, да, мы сейчас говорим про очищение, антивозрастное очищение, напишите, пожалуйста, что вы от этого получаете. Мне будет очень интересно почитать. И теперь еще одни подсчеты. Вот такое большое количество умывалок, да, вы видели, 15 по 75 мл и еще по несколько штук из других серий. За 4 месяца, зачем столько много? Я решила прямо посчитать на калькуляторе. Я сложила все миллилитры, получилось у меня 2275 миллилитров. Я разделила на 4 взрослых человек и на 120 дней. Вот это количество баночек за 4 месяца. Знаете, сколько у меня получилось? 4,7 миллилитра.
Всего 4-7 мл, и это на день, на утро и на вечер. А у нас вся семья умывается и утром, и вечером. То есть получается, это 2,3-2,4 мл, это вообще всего ничего умыться утром и вечером. Так что смотрите, если вы действительно правильно, хорошо ухаживаете за собой, если вы умываетесь и утром, и вечером, и если у вас в семье, да, несколько взрослых, вот как у меня, то, возможно, у вас улетает тоже такое же количество. И мое количество не кажется тогда таким уж прям огромным, такое количество очищающих средств. Вот такие расчеты. Надеюсь, вам это было интересно, то, что я это посчитала. Мне просто самой стало интересно, я решила с вами поделиться. И теперь переходим к тоникам. После очищения лица мы лицо что делаем? Тонизируем. И тоников у нас за это время закончилось 4 тоника для сухой и чувствительной кожи. Помните, как-то я взяла по акции, мне потом в комментариях девочки писали: Оля, а ты уверена, а они вот не такие, как ты привыкла, а может быть, они вот тебе не понравятся, зачем ты взяла столько много? Ну, там была такая вкусная акция, они были по такой экономичной цене, что я взяла сразу несколько. И хочу вам сказать, что да, этот тоник густой, но он очень приятный, и чтобы удобнее мне было им пользоваться, я тоже переливаю в баночку с дозатором. Знаете, что я делаю? Я, когда тоник густой, я его выдавливаю на ватный диск, он прямо между гелем и лосьоном, такая текстура вот у этого тоника. И я ватный диск складываю пополам, вот как чебурек, да, чтобы тоник оказывался внутри. И таким образом вот так прижимаю, и ватный диск пропитывается вот этим гелевым тоником. И потом я очищаю лицо. Все, мне комфортно, мне удобно, я не развожу гелевую текстуру по лицу, просто пропитанный очень мягким, щадящим вот этим составом тоника ватный диск. И да, вот таким образом мы использовали все 4 тоника. Но вы мне сказали, что в серии Optimals тоник точно такой же, как мой любимый Optimals Hydra. Я заказала на пробу, и да, это мой любимый тоник Optimals Hydra. Вы просили меня поделиться. По-моему, нет, у меня еще нет пустых баночков, потому что я только один на пробу заказала. Еще добивали вот эти, и только им начали пользоваться. Но теперь-то я буду заказывать именно его, потому что он жидкий, он мягкий, он классно тонизирует, и все-таки вот это вот первая любовь моя, и на всю жизнь он без спирта, вот это тоже, кстати, без спирта, что тоже не раздражает, агрессивно не воздействует на кожу. Поэтому вот последняя баночка прошлого Optimals Hydra, и я заказала на пробу. Здесь вставляю вам сам тоник, чтобы вы представляли, как он выглядит. Теперь я буду пользоваться, и вся моя семья, соответственно, тоже только им. И перескочила я немного, я рассказала сначала про очищение, тонизирование, а потом про демакияж. На самом-то деле, девочки, мы сначала делаем демакияж. И хочу вам показать тоже, вот у меня закончились 3 мицеллярные водички. Я покупаю именно вот эту мицеллярную воду, для меня она тоже очень мягкая, она хорошо удаляет тушь. Я в своем инстаграм недавно специально сняла вот прямо весь мой демакияж, очищение и основной уход. В несколько сторис уложила, вы можете найти в папочке сохраненных сторис в актуальном. Я беру, наношу вот эту мицеллярную воду на ватный диск, тоже она у меня перелита в баночку с дозатором, прикладываю 2 ватных диска, жду 10-15 секунд. После этого аккуратно, вот таким вот плавным движением я снимаю ватный диск, и весь мой макияж глаз на ватном диске. Вот как я не люблю краситься, мне кажется, это вот столько много времени занимает, какое-то бесполезное просто. Я люблю ходить без макияжа, либо с очень легким макияжем. Вот так я и не люблю вот это потом все снимать. Сначала час красишься, потом час снимаешь. Зачем? Когда есть мицеллярная вода и есть еще гидрофильное масло Novage. Мицеллярная вода — это глаза и губы, снимает просто макияж за 10 секунд, это для меня мега вот удобно, даже раньше я не снимала специальными средствами, а я умывалась, это давно уже было, чаще средством пыталась снимать макияж, это занимало много времени, мицеллярка, это, конечно, спасение, и при этом вы еще и не растягиваете тонкую кожу век, то есть вы сняли вот эти вот ватные диски, перевернули другой стороной и еще остаточки убрали, а потом, когда вы сняли макияж глаз, вы берете гидрофильное масло. Это один из самых любимых моих продуктов каталога, в топ-10 точно входит. Раньше пользовалась гидрофильным маслом, покажу его тоже вот в том видео, других пустых баночках, корейским. И могу сказать, что наше даже, знаете, какое-то оно более
питательное, то более водянистое, а вот это оно более питательное по эффекту, по снятию тона. Идеальное, идеальное очищающее масло. Как я жила без него до того, как узнала вот о таком способе очищения, я даже не знаю, как тональное средство можно смыть, да, вот каким-то таким простым очищением. Это очень долго, и особенно если у вас стойкая тональная основа, то вы будете снимать, и вы потом возьмете тоник, ватный диск, и он у вас будет все равно желтый от тона. Вы вроде умылись. Если вы умылись, и потом у вас есть тон на ватном диске, либо какие-то остатки косметики, значит, ваше очищающее средство не справляется. Да, возможно, вот, но есть такая иллюзия, что вы еще вот тоником эти остатки еще убрали. Но подумайте сами, вы умылись, да, очистили лицо, где макияж сделали, потом вы умылись, да, очищающим средством, и потом вы берете тоник, и все равно есть на нем тон, который так вот визуально вы не замечаете, то есть вы не смываете. Вот вам тогда нужно обязательно для вашей основы вот такое вот средство. Я пользуюсь им постоянно, дочки мои пользуются. Вот за 4 месяца 2 баночки у нас израсходовано. Кстати, если вы думаете, где взять баночку с дозатором, вот Оля рассказывает, для тоника, для чищающего средства, вот вам, пожалуйста, баночка с дозатором. Закончилось у вас масло, помыли баночку, промыли водой трубочку и налили сюда все, что вы хотите. Хотите тоник, хотите мицеллярку, хотите очищающее средство. Стильно, красиво, прозрачная желтая баночка будет смотреться в вашей ванной комнате. И я перехожу к маскам. Масок у меня не очень много. У меня здесь есть глиняная маска. Мне нравится, что она в стекле. И на этом, пожалуй, все, потому что эту маску израсходовала моя дочка средняя. У нее проблемная кожа, и ей она очень нравится. Она ей помогает отбеливать кожу, очищать кожу дополнительно. Вот эта баночка, поэтому у меня закончилась. Я не пользуюсь глиняными масками, потому что я поняла, что у меня очень сильно жирнится кожа после глиняных масок. Я не знаю, что это за эффект. Возможно, я еще тоже эту область косметологии не изведала, не поняла. Если у вас есть что сказать на эту тему, напишите в комментариях. Но когда я вот попользуюсь глиняной маской, у меня на следующий день просто я промокаю матирующими салфетками просто тонны этого блеска. Поэтому я стараюсь вот этих масок избегать. Я чаще пользуюсь увлажняющими масками. И вот такой вот маской питательной с ягодами годжи. Вот ее просто обожаю. Это вот настолько шикарный продукт, когда я вижу в каталоге со скидкой мицеллярную воду, они всегда парочкой идут. И вот эту маску я всегда себе беру в запас. Она кремовая, она очень экономичная. Она наносится на лицо, как будто вы крем нанесли на лицо. И после вот использования этой маски лицо, оно становится какое-то свежее, напитанное, не сохнет, лицу именно очень-очень комфортно. И эта маска, она вот для меня, знаете, как восстанавливающая. И очень многие делились в комментариях, и я считаю, что это одна из лучших масок каталога Oriflame. Вот на данный момент еще, кстати, есть одна маска, тоже очень крутая в каталоге Oriflame, это маска Nova Age. И сейчас она идет со скидкой. И когда вы увидите эту маску со скидкой в каталоге, если вы позже смотрите это видео, то обязательно закажите и попробуйте. На ночь наносите тонким слоем, и лицо просто вот разглаженное, отдохнувшее. Маска действительно стирает следы усталости, стирает какие-то мелкие морщинки, стирает какие-то неровности тона кожи. Масочка действительно очень крутая. Маска Nova Age. Также у меня здесь упаковка уже пустая от тканевых масок. Недавно уже забыла, в каком видео вам рассказывала, как я ими пользуюсь. И я заказала 4 или 5 упаковок, когда увидела в распродаже. Это классный такой продукт. Очень долго у меня лежали, я ими не пользовалась. Думаю, ну какие-то тканевые маски. Попробовала эссенцию Nova Age. Очень много уходит эссенции. Думаю, нет, какой-то не мой вариант. Что я с ними делаю? Я эту маску пропитываю водой. Да, то есть воду из-под крана и чуть-чуть совсем капаю, чтобы маска раскрылась, чтобы она напиталась. И уже после этого я наношу тканевую маску на любую другую маску. То есть, например, я могу нанести вот эту маску сверху тканевую и сверху еще фиксирующую силиконовую. Либо я могу взять состав от какой-то маски Love Nature. Когда вы достанете здесь вот родную тканевую маску, там еще ведро просто состава остается,
и я могу этот состав нанести на лицо и сверху тканевую маску. Самое главное, что эту маску размочите в обычной воде, не надо размачивать ее составом. Вот вы ее размочили, она стала чуть-чуть влажной, вы ее раскрыли и потом уже с любым другим составом сверху наносите. Создается с помощью вот этой маски и фиксирующей маски NovAge парниковый эффект. Вы можете ходить 20 минут, 30, час, ну что, если вам комфортно, то выходите. И лицо очень круто с этой маской прокачивается, да, назовем так. То есть очень получается такой эффект, как в спа-салоне у вас. Поэтому из масок пользуюсь я тканевыми масками, как дополнительным усиливающим средством. Пользуюсь я масками тканевыми, назовем так, родными, да, которые именно вот в таких упаковках продаются. Это у меня Love Nature, восстанавливающая маска. Я пользуюсь после процедур, которые я делаю с помощью скрабера. По-моему, видео в моем заказе я вам рассказывала недавно. И мезороллером, когда я пользуюсь для кожи, тоже я потом наношу маски и хожу час вместе с фиксирующей маской NovAge. И также, вот еще масочка, которую я тоже наношу на лицо под силиконовую маску Essentials. Только две у меня пока. Но тоже мне понравился эффект. И эффект вот от маски Essentials очень похож на эффект от маски NovAge. Если, например, у вас еще нет маски NovAge, либо вы вот не можете ночью пользоваться, может, вы по ночам работаете, да, и не можете спать вот в этой маске по ночам, вы можете взять маску Essentials, нанести под фиксирующую маску тоже NovAge и почувствуете эффект тоже такого мощного увлажнения и питания. Просто так я ее наносила, и я ее не поняла. Она мне как-то вот не особо понравилась, когда только-только она вышла. Нанесла, убрала излишки, как бы удалила маску там через 10-15 минут и, ну, сильно не увидела эффекта. Думаю, ну, наверное, эконом такой вариант. Но когда я ее именно час в ней проходила, потом я сняла силиконовую маску, я сняла вот эти вот излишки, удалила, я легла спать, и вот с утра я проснулась, смыла, и вот тут я увидела именно результат, эффект вот такой же примерно, как у маски NovAge. И еще у меня осталось несколько масочек, тоже вот вам постоянно рассказываю, вот видите, все с оторванными кончиками. Дочка моя очень любит, обожает, они помогают ей справляться с проблемами на коже. Вот эта очищающая маска, ну потому что она глубоко очищает поры, вот эта очищающая маска, детокс двухэтапная или двухфазовая, сейчас, честно говоря, точно уже не помню название, и вот эти маски, они у нас сошли на нет, вот эта последняя осталась, она меня просит заказывать именно вот эти, потому что лицо красной стороной разогревается, потом вот этой голубенькой стороной, потом наносится в два этапа. Если вам интересно, посмотрите тест-драйв, я делала тест-драйв на нашем канале, все прям подробно про нее рассказывал. Ну что, давайте покажу вам немного разного самого основного ухода, который у меня здесь есть в пустых баночках. Это моих дочек, они просили увлажнить лицо чем-то посильнее, и вот этот крем отбеливающий, это тоже все средней дочки, потому что она вот прям активно ухаживает за лицом, чтобы побыстрее вылечить проблемную кожу. Действительно справляется, вот это средство осветляет какие-то следы, которые остаются от высыпаний, а вот этот гель увлажняющий с абрикосом, по-моему, он помогает ей увлажнять кожу, потому что все-таки от таких вот сильных очищений кожа иногда пересыхает, и ей вот он нравится. Старшая дочка моя, у нее проблем поменьше на коже, практически уже не осталось вот этих подростковых, она пользуется вот голубенькой, как я вам маску показывала, здесь вам оставлю фотографию серии Essentials с увлажняющим кремом, и вот ей это сейчас в ее 17 лет достаточно. Что у меня здесь еще из ухода закончился? Эко-бьюти, все, последние баночки эко-бьюти, которые вы видите на этом канале, если только Oriflame не обновит серию, потому что эко-бьюти сняли с продаж. Прекрасная серия, натуральная, и жаль, конечно, очень жаль. Ну, что про нее сейчас рассказывать, ну, как бы ее нету, и это большая печалька. У мужа моего закончилась
Вот такое средство. Это у нас Face Gel Lotion. Это 4-й этап, я вижу. Но как точно называется, я не помню. Из серии New Age. Он умывается нашими продуктами, очищает лицо. Именно по уходу я ему постоянно заказываю с 50% скидкой какие-либо продукты из тех, которые у него заканчиваются, из-за комплексного ухода мужского New Age. Это достаточно выгодно и очень удобно. И он меня попросил недавно, то, что вот есть пустая вот эта коробочка, это значит, что пустую баночку мы выбросили, а на ее место, видите, пришла новая баночка. Значит, она стоит у нас в шкафчике. Также у меня пустая коробочка из-под капсул. И, честно говоря, капсула «Королевский бархат» я использовала пока всего несколько штук. Поставила тоже в ванную комнату. Вот видите, пустая коробочка, значит, капсулы стоят у меня в шкафчике. Они немного другие, чем капсулы New Age. Вот у меня закончилась баночка капсул New Age. Последняя капсула, многие называют «золотые рыбки». Но немножко отличается. Почему-то с королевским бархатом кожа более, действительно, бархатная. Да? Называется Royal Velvet, королевский бархат, и кожа более бархатная. А именно с капсулами New Age кожа более мягкая, более напитанная. Немного другой эффект, но это вот настолько нюансы, я вам рассказываю, что они практически неотличимы. Кстати, если вы пользовались и теми, и другими, расскажите, какие у вас впечатления, я с удовольствием почитаю комментарии. И все, капсулы и те, и другие используются в качестве дополнительного ухода. Это вот как мы каждый день едим дома, но иногда мы ходим в ресторан. Вот для меня капсулы это именно так. Кто-то использует курсом, кто-то вот этот ресторан себе устраивает на все 30 дней. Ну, например, выезжает в отпуск и каждый день ходит там в ресторан. Я же использую как раз в неделю, два раза в неделю. Вот мне хочется, чтобы лицо мое было чуть более напитано, чуть более ухожено. Я достаю капсулу и наношу на лицо. Поэтому капсула у меня редко используется. Но если у вас какое-то событие, юбилей, банкет, свадьба там у детей или у родственников, берите баночку капсул и прямо 30 дней. И минус 5-10 лет реально стирают годы. По крайней мере, вот в антивозрастном уходе, то есть это девушки плюс 50, плюс 60, вот прямо только самые хвалебные отзывы, что капсулы работают просто чудесно, как крем Мастер Маргарите. У меня закончилась серия Wrinkle Power, это у меня ночной крем, я вам уже делилась, что у меня ночные кремы заканчиваются быстрее почему-то, и сыворотка, и я поставила серию недавно, где-то в середине января, я поставила New Age Ultimate Lift. Вот у меня 4 пустые баночки. Просто вам показываю, потому что вы часто спрашиваете: Оля, а ты пользуешься продуктами New Age? Почему ты их редко показываешь? Потому что не знаю, как-то вот у меня, видите, сколько всего накапливается, и того, и другого. Вот видите, баночки все пустые, все стоит у меня в шкафчике. Но в принципе, в сторис в Instagram я тоже вам часто показываю. Мои впечатления от Ultimate Lift. Я какое-то время не пользовалась, не могу точно сказать временной фактор, ну, несколько месяцев, даже может быть год с лишним я не пользовалась вот этим вот фиолетовым, я называю New Age Ultimate Lift, и после Нового года я достала и поставила всю серию и начала прям комплексный уход, все убрала, только Ultimate Lift. 2-3 дня, и я увидела, что у меня начали разглаживаться носогубные складки. Ну, я девочка-то уже, мне 43 года, и у меня это все это все равно намечается. Я, ну, спокойно отношусь к этому. Меня кто-то спрашивал, колю ли я что-то. Я ничего никогда не колола, ничего никогда именно в лицо не делала, не подтягивала, никакие такие серьезные процедуры. И поэтому вот я сразу явно увидела. И когда я пользовалась эко-бьюти, даже когда я пользовалась Wrinkle Power, у меня не было вот таких эффектов, как от Ultimate Lift. 2-3 дня я увидела, что у меня овал стал уже более таким четким, я увидела, что носогубные складки подтянулись, и я прям такая думаю, да, вот это вот эффект, вот эта серия, я ей сейчас пользуюсь очень активно. И также еще у меня есть две здесь баночки, они в принципе двоюродные, не родные, наверное, тоже из разных линеек, но двоюродные братья и сестрички, наверное, все-таки сестрички. Это увлажняющая эссенция New Age. Это моя любовь вообще всей моей жизни. Наверное, на первое место. Раньше она делила первое место в каталоге Oriflame с укрепляющим средством для ногтей. Сейчас я ее ставлю прямо на первое место, потому
потому что нет больше моего фиолетового прозрачного средства. Самый крутой продукт, увлажняющий для кожи лица. Всегда и утром, и вечером он у меня на лице. Я могу ничего больше не нанести, но эссенцию Nuvege я нанесу всегда обязательно. 150 миллилитров гелево-такая лосьона, текстура прозрачная, очень-очень жидкая, наносится пальчиками, и кожа прям пьет эту эссенцию, и вот моя кожа чувствует себя великолепно. И еще у меня вот здесь пустая баночка, почему-то, наверное, выбросилась куда-то баночка, не могу найти, из-под сыворотки Optimals. Это еще плюсом увлажнения, когда вот прям мне сухо-сухо, вот на коже я чувствую, что прям стягивается кожа после очищения, то на эссенцию Nuvege перед основным уходом я еще могу нанести вот такую сыворотку. Вот вы видите, пустая упаковка, значит, уже стоит у меня в шкафчике. Следующая категория — это уход за волосами и все, что с ним связано. В первую очередь, конечно же, хочу показать вам большие упаковки шампуней HX. Это у нас для тонких волос и увлажняющие. Если вы давно смотрите канал Злёт, то вы знаете, что это лучший шампунь для меня и для всей нашей семьи. Как я выбираю, каким шампунем помыть голову? Когда я знаю, что у меня просто такая повседневная жизнь, я выбираю увлажняющий шампунь, потому что я знаю, что волосы будут здоровыми, да, вот я думаю, какое бы правильное слово подобрать. То есть вот от этого шампуня у волос будет крутой объем. И там волосы выглядят сияющими, блестящими, здоровыми, но вот от этого шампуня волосы более приподняты, более объемные. Вот от этого шампуня нет объема, но они не прибиты к голове, что мне вот совсем не нравится. Эффект от всех остальных шампуней, восстанавливающий шампунь, многие я пробовала, все они не дают объем, они очень сильно нагружают волосы. Вот эти две линейки не нагружают мои волосы, соответственно, я выбираю для покупки. Девочкам моим тоже они нравятся, а мужу ему все равно, чем мыть голову, но он все-таки мужчина, он говорит, да, мне все равно, что поставишь, тем и буду мыть, и ему тоже нравятся вот эти линейки, это профессиональные шампуни, и они хорошо ухаживают за волосами, хорошие состояние волос. Кроме этих шампуней в нашем доме поселился еще Beautynicals шампунь. Вот эта стильная, красивая упаковка выглядит вот таким образом после использования. Да, вот немного вот эта этикетка поехала, и на темном тюбике остаются следы от воды. На белых тюбиках не так заметно, как заметно вот это вот налет этот белый от воды на черном. То есть выглядит уже так не сильно эстетично, но это не умаляет достоинства самого продукта. Волосы рассыпчатые, кстати, тоже менее объемные, чем от вот этого шампуня, но это если уж прям придираться. Но они, конечно, наполнены энергией, наполнены здоровьем, они блестящие, они сияющие. Линейка мне нравится. Вот два кондиционера закончились. А кондиционеров закончилось больше, чем шампуни, потому что кондиционером пользуемся и даже после этих шампуней, не только после Beautynicals. Так как эта линейка, она подороже, я, в принципе, всей семье сказала, что давайте так вот на каждый день, да, мы используем вот эти шампуни HX, если вам нужно прям хорошо выглядеть, да, девочкам я сказала, старшим, и вы у вас, да, не просто там школьный день, а у вас еще какие-то дополнительные активности, и вы вот прям чувствуете, что вам надо принарядиться, тогда мы выбираем Beautynicals. Поэтому он у нас не так быстро заканчивается. Еще из ухода для волос, за волосами закончились вот такие вот две маски. Я сейчас уже точно не помню, какой эффект от какой маски. Я когда вот прямо только-только ими попользовалась, я помню, рассказывала в этих роликах. На мой взгляд, эти маски очень приятные. Сейчас уже не пахнут, конечно, фруктовая ароматерапия. У маски с авокадо зеленоватый такой травянистый аромат, но
бананы, есть еще манго-маска. Они прям вот такие вот, как сочные, зрелые фрукты. И на волосах эффект такой, ну, ламинирование волос вот этих масок. Если никогда не пользовались, обязательно закажите. Они всегда выходят распродажи. Стоят там 50-60 рублей, ну, со всеми скидками, со скидками консультанта. Еще, кстати, когда вы заказываете на сайте Oriflame, то на втором шаге вы можете еще открыть для себя дополнительную распродажу. Вот недавно вот эти маски были как раз по этой распродаже. Но я, в принципе, на свои волосы вот такого вот ухода стараюсь наносить не очень много. Вот шампунь, иногда кондиционер вот этот Beautynicals, и часто, ну, в основном я использую масло Элио. Несмываемый уход я выбираю. То есть я помыла голову шампунем, вышла, промокнула полотенцем и нанесла масло. Где-то минут через 5-10 уже волосы можно расчесывать, масло впиталось, масло разгладил волосы, сделало свое дело. Я беру расческу, и уже очень легко расчесывается. Не расчесывайте волосы сразу. Вот нанесли масло и бегом расчесывать. Лучше это сделать где-то через 5-10 минут. Вот, смотрите, у меня, ну, почему-то я тоже сохраняла картонные коробочки. Здесь вот еще одно масло, пустое, уверяю вас. В этой коробочке, в этом мешке могло быть только пустое. Вот пустое масло. То есть получается 1, 2, 3. Это пустая коробочка. Вот. 3 масла Элио у нас закончилось. Да, и 3 от них коробочки. Чем отличается масло вот это вот зелененькое от масла Элио под номером 14? Это моя любимая, кстати. Тем, что волосы вот с этим маслом, они более плотные, они более толстые, как будто бы. Оно действительно укрепляющее. Но, в принципе, мне вот этого масла достаточно. Сильно большой разницы я не вижу. Поэтому я заказываю всегда то масло, которое есть со скидками в этом каталоге. И у меня есть запас еще штук 5 этого масла Элио. Я жду хорошую-хорошую скидку. Когда будет хорошая скидка, я еще 3-4 штучки закажу в запас. Любимейший мой несмываемый уход. Также из средств по уходу за волосами у меня здесь есть... А, вот еще один кондиционер Элио. Брала на пробу, но не смогла пользоваться. Тоже очень сильно нагружает волосы, хотя в нашем бьюти-чате Взлет, в Телеграм, где мы общаемся, у нас есть девушка-специалист по волосам, она просто очень сильно хвалила состав, она расписала там целый текст, целый пост, насколько это крутой состав, она постоянно учится, совершенствуется и говорит, что в других фирмах, в брендах, кто занимается именно линейками, вот эти составы продаются там по 4-5-6 тысяч, и я прям думаю, нет, ну раз такое крутое средство куплю, закажу, буду пользоваться, но не могу. Мои волосы не любят кондиционер Элио. Есть для стайлинга, вот закончился у меня лак для волос, очень редко пользуюсь. Сейчас у меня, когда вот такая прическа, я вообще практически средствами для стайлинга не пользуюсь. Ни муссом не пользуюсь, ни лаком, хотя в запас брала 3-4 штуки, когда еще волосы были покороче, когда я пользовалась, и вот этот весь запас у меня до сих пор стоит. И у мужа закончился гель, тоже сейчас он стал редко пользоваться гелем для волос. У мужа длинные волосы. Кто смотрит семейный наш канал, те знают Алексея. Те, кто регистрируется к нам в команду Взлет, те тоже знают Алексея. Он представляется как мой ассистент, когда связывается с новичками. И вот он пользуется на свои длинные волосы вот этим гелем. Вот он у него закончился. Ему он нравится. По-моему, мужской здесь аромат. Главное, что... Да, мужской аромат. Главное, что не склеивает волосы, и прическа выглядит аккуратной. И еще у меня здесь, что касается волос, это красочка 7.0. Еще вот упаковка у меня 7.0. Я ею попользовалась в начале 4 месяцев, прошедших с момента сбора пустых баночек. А потом я еще раз красила волосы уже после Нового года. Я красилась пополам, делила 3.0 и 7.0. Вы часто очень меня спрашиваете, у меня на волосах 3.0 и 7.0, 50/50. Соответственно, и 3.0 и 7.0 сейчас у меня стоят, ожидают 50/50 остатки, когда я покрашу волосы еще раз, и тогда они появятся в моих пустых баночках. Краска отличная, все про краску рассказала в видео свотчи краски для волос. Совсем недавно вышла, посмотрите, и про окрашивание домашнее, все мои отзывы, все там. Вот у меня случилась печалька, у меня развалилась расческа.
да, жалко. Эта упаковка значит то, что у меня эта расческа появилась снова. Несмотря на то, что она у меня вот именно прям распалась в руках, это самая моя любимая расческа для укладки волос. Я сушу феном, поднимаю волосы у корней и дую вот прямо на расческу, когда она под волосами. И волосы хорошо поднимаются от корней. Раньше была расческа с одной стороны щетинки, с другой стороны зубчики. Сейчас она полностью со щетинками и зубчиками. То есть была 50 на 50, а сейчас 100% одинаковая у нее фактура. Ну вот, как бы, будьте знать, что расчески, да, иногда ломаются. И именно во время моей укладки сломалась, поэтому тут как бы вот мои волосы вроде гладкие, но, видимо, время пришло. Расческа у меня лет, наверное, 7, я боюсь ошибиться, это еще, видите, старая упаковка, но очень давно, и все мои укладки только с ней, жить без нее не могу. Чуть не забыла, еще продукт по уходу за волосами, это сухой шампунь. Он не замена настоящему шампуню, но всегда есть у меня дома, потому что когда надо выскочить из квартиры, а голову не помыл, либо как-то не придал значения, а раз перед выходом посмотрел, корни-то жирные и как-то укладочка не очень, вообще прям спасает, мгновенно берете, короткими пшиками брызгаете на корни, приподнимаете. В принципе, вот только вот можно даже впереди набрызгать, не надо на всю голову. Расчесались, счесали шампунь этот, может быть, белый налет, иногда его не бывает. Но, в принципе, расчесались, и волосы, как будто вы их только помыли. Но самое главное правило, какое, уже знаете, кто смотрит мои видео. Если шампунем попользовался днем, то вечером голову надо мыть обязательно. Немного продуктов для ногтей. Это жидкость для снятия лака. Помните, я говорила вам, что у меня быстро заканчивается, вот за 4 месяца 3 баночки, но мне кажется, что в среднем одна баночка в месяц, даже чуть больше, чем на месяц, это нормально, когда 3 девушки в доме, которые постоянно красят ногти и стирают лак. Поэтому вот это средство, это тоже наш фаворит, и есть постоянно у нас дома, есть запасы, видео недавно в моем заказе про все запасы и про это средство я рассказывала. И немного вот здесь средства. Это укрепляющее средство для ногтей. Печалька, его сняли. Это тот самый продукт, который делил первое место с эссенцией No Age. Ногти крепкие именно с ним. Но у меня, наверное, больше 10 штук точно в запасе есть. Потом не знаю, что буду делать. И это средство, которое наносится сверху на лак. То есть это у нас база, а это у нас топ. Запечатывает лак, и лак долго держится на ногтях. Также у меня здесь дети мои, видите, нежные. Какие лаки добили просто остатки, которые были у меня давно. Это лак от Demi Moore, потом какой-то Нью-Йорк была коллекция. Ну, вы видите, по оттенкам это чисто вот для школы красить нюдовые ногти. По-моему, он Color, и вот эта пузатая баночка, даже уже не помню, что это была за линейка. Кто помнит, напишите в комментариях. Вот это все мне дети принесли. Я им сказала, несите вон туда, в ту коробку. Буду рассказывать, потом показывать. Это средство тоже очень-очень давнее. Тоже оно у меня было в запасе. Я его очень любила. И вот это средство, которое хорошо укрепляет ногти и носится даже без лака. У него такая матовая поверхность. И сейчас вышло подобное средство тоже в серии лаков для ногтей. Если ногти слоятся, ломаются, то значит вот эти средства в первую очередь вам нужны. А уже потом маникюры, потом уже какие-то другие вещи. Правильно обрезайте ноготь, лучше всего кусачками, и наносите сверху под лак всегда вот такое укрепляющее средство. И вот это средство, которое тоже уже завоевало мою любовь, из линейки гель-лаков, то, которое наносится сверху на гель-лак и очень здорово тоже запечатывает маникюр. С ним лак держится 2, а то и 3 недели. Можно не стирать и ходить. И мне часто присылаете вы отзывы в личку. Не пишите мне их в личку. В личке вижу только я. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Вот если вы пользуетесь вот этим средством, оно вам нравится, напишите в комментариях, пусть все видят ваши отзывы. Но вы видели тоже недавно в каком-то из моих заказов, я заказывала это средство, когда было со скидкой, несколько штук, потому что, ну, оно действительно отлично. Лучшее средство каталога Oriflame. Именно топ сверху на ноготь, это сейчас самый лучший. Еще из декоративной косметики. Вот тоже дети мне принесли две пудры. Он Color идеальный, им подходят светлые оттенки. И они меня постоянно просят, мама, закажи нам снова.
Единственное, в этой пудре On Color в ней нету, по-моему, зеркала. Давайте посмотрим. Да, в ней нету зеркала. Вот видите, вообще уже нет пудры. Полностью пустая. Поэтому, может быть, ей не совсем удобно пользоваться, но для подростка вообще идеальная версия. Это у нас палетка для бровей, и все палетки, которые я видела, они всегда все поломные. Даже у моих знакомых поломные. Я не знаю, что тут отламывается. Как у вас такая палетка хорошо держится? Напишите, пожалуйста. Но с палеток мы сейчас перешли на карандаши для бровей и на помаду для бровей. Недавно рассказывала в видео о заказе. Скоро нас ждет новиночка. Карандаш Cushion для бровей Giordani. Будем вместе с вами смотреть. Это у меня Сиси крем. Новый я открыла. Старый, соответственно, наверное, выбросила куда-то. Он у меня тоже мимо этого мешочка прошел. Но я купила себе светлый Сиси крем. Вообще не мой тон. Я, конечно, расстроилась. Я закажу себе естественный на лето. Я думала, что естественный он более темный, а светлый вот мне сейчас после зимы подойдет идеально. Вообще лицо как белая маска. Он мне вообще не подходит. Я отдала его девчонкам, чтобы они пользовались. Это вот мои впечатления. Недавно совсем заказывала. Если помните, видео о заказах показывала. Это у меня баночка тоже пустая. Сейчас я пользуюсь от средства с шариками, с микросферами под макияж праймер. Мне нравится, хорошо увлажняет. Главное эти шарики именно раздавить при нанесении, чтобы они распределились по лицу. Содержит, по-моему, гиалуроновую кислоту. Тоже в одном из обзоров я рассказывала. И сейчас в качестве праймера, в качестве подложки, чтобы лицо было лучше увлажнено, я наношу вот именно его. И еще у меня здесь одна баночка. Почему вам показываю именно вот от декоративной косметики пустые баночки? Потому что когда вы дождетесь эти средства у меня в пустых баночках, это вообще неизвестно. Потому что крашусь я очень редко. И у меня большая коллекция декоративной косметики, но у меня эти продукты очень-очень долго стоят. Но не все. Не все. Сейчас я вам покажу. Наверное, вы уже знаете, какие тоналки у меня заканчиваются быстрее всего. Это BB крем. Целых два закончились у меня за эти 4 месяца. Это лучший повседневный крем. Он у меня сейчас даже вышел на первое место по сравнению с кремом AZ. Вот вы видите, сразу видно, да, каким тональным кремом Оля пользуется чаще всего. Вот, у меня стоит 5 или 6 разных, но вот эти, сначала были вот эти, потом сейчас им на смену перешли BB крема. Это вот идеально. На лето, возможно, к AZ я вернусь, потому что здесь защита SPF посильнее. Но невесомая текстура, эффект фотошопа, защита, все вот эти 100-500 свойств, которые есть у AZ крема, они, конечно, меня очень радуют. И именно вот ходить по делам. Не на съемку. На съемку я использую Fluid Giordani, также Cushion Giordani я использую. А вот именно на повседневной основе вот эти продукты, они идеальные. Также это вот дети мне подложили. По-моему, это у нас, это еще Color Box, понятно, тональный крем. Откуда-то он у нас тут затесался. Консилер The One. И еще тоже, видимо, от детей. Но они пользовались, поэтому консилером мы пользуемся. Но я чаще пользуюсь консилером с губочкой. Вот здесь вам оставлю тоже фотографию его. Мне он нравится больше и удобно наносить. И он как бы лучше высветляет. Но этот консилер, он тоже неплохой. Может быть, кто более скрупулезно делает макияж, он какие-то детали вам расскажет. Для меня это вот, ну, почти одно и то же. Это тоже тональное средство от детей. Тушь No Compromise. Да? Это у нас, да, No Compromise. Радость, что ее не сняли. Слава богу, в 6-м каталоге мы ее все увидим, эту тушь. Но вот тоже тушь закончилась, вся потерлась. Это, по-моему, тоже скинули мне дети. И еще здесь несколько продуктов. Здесь у нас есть подводка. У меня средняя дочь пользуется подводкой. И подводка раньше была с таким фетровым наконечником, с очень твердым. Сейчас подводка The One вышла с тоненькой кисточкой, как в коллекции Giordani. Карандаши для губ. Я пользуюсь карандашом для губ On Color и карандашом для губ Giordani. Но On Color чаще. Giordani для меня как-то менее пигментированные. А вот такие выкручивающиеся карандаши, их ни у детей, соответственно, практически нету. Ни для губ, ни для глаз. И несколько помад, бальзамов, в общем-то, то, что уже все вышло из строя, полностью закончено, здесь у меня лежит. Тоже, наверное, я не
не буду вам особо полезна здесь, потому что меня как-то раз в Инстаграм спросили, кто смотрит сторис, видели, какая из линейки помад мне больше всего нравится. Вот мне вот все равно. Я вот оттенок выбираю, который у меня душа лежит, и я пользуюсь. Вот мне нравится сегодня манящая малина. Я накрасила губы манящей малиной. Завтра мне захочется красного, я возьму помаду Джордани. Мне захочется какого-нибудь коричневого, я возьму какой-нибудь металлик. И таким образом, вот у меня помада не касаемо линеек, наверное, а именно ощущение на губах и оттенка. Иногда мне хочется матовости, иногда блеска. Я не знаю, может быть, у вас есть какие-то свои любимые линейки, поделитесь тогда в комментариях. И завершить мой сегодняшний обзор я хочу, показав вам вот всего лишь несколько упаковок. Парфюмерия — это тоже то, что крайне редко обновляется, наверное, потому что я редко выхожу из дома. Ну, выхожу я, естественно, там раз в день-то я выхожу из дома, но я не хожу на работу, у меня работа дома, онлайн работа, и поэтому я, наверное, мало пользуюсь парфюмерией. Я сейчас вообще подсела на мини-версии, это так удобно. Я полюбила Possess, это просто для меня какой-то сейчас необыкновенный аромат, я все время проходила мимо него. А вот после тестирования мини-версии в новинках я себе потом дозаказала, я сейчас пользуюсь, и несколько человек уже, ну, когда обнимаешься при встрече с подругой, подруга мне сказала, мама мне сказала, еще кто-то мне сказал, ой, какие духи, какой парфюм. Я так думаю, ой, ничего себе, я же постоянно пользуюсь парфюмом, но именно на Possess вот такая вот реакция. Не Possess The Secret, а именно классический Possess. И вот просто хочу показать вам две баночки Lost in You. Я добавила за последние 4 месяца свою коллекцию парфюмерии и Infinity. Infinity пользовалась почти каждый день зимой. Как-то вот она мне легла на душу. Потом перестала. Недавно смотрю, Infinity вообще на дне осталась. Я говорю, кто? Дочка мне говорит, я. Мне очень понравилось. Так что это вот водичка для таких юных девушек, либо для юных душой. И вот я машу вот этим спреем. Я его как-то заказала очень-очень давно. И аромат для меня, ну, слишком сладкий. Слишком прям сладкий. Но я знаю, что есть любитель такого аромата. И тоже для меня удивление большое, что моя дочка, она прям вцепилась, и он ей очень понравился. Сказал, мама, я буду использовать. И вот она его добила. Именно называется он, ой, я помню, я не могла выговорить, Sensation. В общем, вы меня простите за мое произношение, но вот этот спрей тоже у меня в пустых баночках. Я тоже уже устала. Смотрите, сколько я вам всего сегодня рассказала. И мужу тоже ремень мы достали недавно. Из аксессуаров тоже я бросила коробку в пустые баночки. Ремни Oriflame мой муж очень-очень любит. Вот такой был мой обзор. Точно не знаю, 170-180 баночек за 4 месяца. Понравился ли он вам? Я очень буду ждать вашу активность в комментариях, и, конечно же, ваши лайки под этим видео показывают мне, что вам нравится этот формат. Поэтому с вас лайк и подписывайтесь на канал Взлет, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!